Утро вторника было омрачено страшным известием – пожар. За гигантским столбом дыма наблюдало все Засвияжье. С эпицентра на московском шоссе 1К едкий смог был заметен у аквамола из соседнего железнодорожного района. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Пожар произошел в покрасочной камере здания автосервиса. Возгорание ликвидируют несколько часов. На месте работают экстренные службы. Звонок в МЧС поступил около 9 утра. Первым прибыл дежурный караул 4-й пожарно-спасательной части. Локализовывали возгорание 85 сотрудников экстренной службы. Было задействовано 19 единиц техники. Сегодня, 28 февраля 2023 года, поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу Московское шоссе 1К. Значит, площадь горения составила порядка 1500 квадратных метров. На данный момент средоточены силы, это полученный номер 2. Сил средств достаточно, пожар локализован. Первым делом пожарные эвакуировали газовые баллоны и бочки с мазутом. Людей же эвакуировать не пришлось. Все покинули горящее здание самостоятельно, как и соседствующий строительный гипермаркет «Леруа Мерлен». По прибытии наблюдался густой черный дым, выход пламени из бокса гаража. Затушение пожара осложнялось тем, что внутри имелись газовые баллоны, также цистерны с горючими жидкостями и баллоны с ЛВЖ, ГЖ. Пожарные не допустили переброса огня на соседние строения. Двухэтажное здание было выполнено из легких металлоконструкций. Пострадала облицовка, произошло обрушение кровли и сильно пострадала внутренняя часть помещения. Причины возгорания устанавливаются. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Управда ТВ.